Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Сегодня у нас 5 февраля 2022 года. Приехали с сыном вот с супермаркета и с рынка. Набрали на 3500 продуктов и промтовары. Вот этот порошок Тайд. Эта пачка стоит 1000, но на него идет скидка. Уже вообще... слов нету сказать. Так, сейчас я его найду, покажу. Вот видите, 999.99. Скидка на него 489. Цена со скидкой. А скидку сделали, вот скидка, на 510 рублей. Сахар у нас по 55 рублей. Вроде терпимо. Разрыхлитель ванилин сын набрал где-то на 100 рублей. Любит у меня печь. Грудная кость. Да, покупаю грудную кость, самую дешевую, по 76 рублей. Вот две упаковки сделала, неделю буду варить суп. А что, шкурка ободрана? А что остается делать? Бумага туалетная по 10 рублей. Мука пшеничная по 80 рублей 2 килограмма. Сосиски, вот такие балтийские сын любит. Они у нас по 180, по 199 рублей. Скидки на них не было. Свекла по 30 рублей. Вот три штучки купила, дожилась килограмм. Винегрета сварить или борща сделать. Морковь тоже покупаю по 27 рублей. Ничего, морковочка. Мандарины марокканские у нас по 59 рублей. Вот взяла на сколько? На 115 рублей. Батон у нас по 30 рублей линии, а у нас в магазине по 33. Мыло по 22 рубля. Так, масло подсолнечное 107-108 рублей, там 99 копеек. Рис у нас по 45 рублей, вот три пачечки взяли. Шампиньоны по 190 рублей, без них никак. По три штучки беру для супа или там, макароны пережаривать. Моющее средство для посуды. На него скидка 249 рублей. Это вот такая большая бутылка. Видите, какая громадная бутылка. Но сделали скидку 149 рублей. И в итоге она обошлась 149 рублей. А, 100 рублей скидка. 100 рублей. 149 рублей обошлось. Но это... терпимо, нормально. Ну, что еще не сказала? Может, где-то что-то упустила. Колбаску вроде бы не сказала. Вот такая колбаска по 240 рублей. Две палочки взяла, мы любим. Я ее режу на кусочки, замораживаю порциями, а потом с яишенкой поджариваю. И мои любимые пятачки. Сегодня пятачки. Вот это все на 451 рубль. 4 пятачка. Вот столько рубленой головы. И 3 большие свинячьи уха. Раз, два, три. Так. Не 3, а 4. Раз, два, три, 4 уха свинячьи. Как я сказала, вот это покупала я на рынке на 451 рубль. Ну вот и все, мои дорогие друзья, что могу сказать. Ну, вроде на 3500 видно, что что-то есть. Ну и 3500 сумма приличная. Для нас это прилично. Но стараемся жить экономно. Дорогих продуктов у меня здесь нету, кроме грибов. Вот грибочки у меня дорогие. По 200 рублей почти. Так, и потеряла цену, да. 190 рублей. Но выгодно, грибочки очень выгодно. Картошечка, не сказала, позор. Покупать в магазине картошку, имея свой огород, позор.
В этом году я по 27 рублей картошка. Сейчас открою, какая она получится. Сейчас. Пожалуй, пакет разорву. Вот смотрите, какая мокрая. Ну, терпимо. Вроде бы гнило нету. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Заходите в гости. Как всегда, буду рада. До свидания. До новых встреч. Такие мы купили сегодня продукты на 3500. Не, не на 3500. В итоге получилось у нас на 3967 минус скидка 830 рублей. Это у сына есть карта. Почти 1000 скидки получилось. И в итоге мы заплатили в супермаркете 3137 и 451, как я сказала. Да, на 3600. Вот на 3600. Ну, будет теперь где-то около 2 недель питаться этими продуктами. Придется нам теперь лишь только докупать хлеб. Ну и молочко. Заходите в гости, мои дорогие друзья. Буду рада. До свидания. До новых встреч. Пока.